Алексей, здравствуйте, добрый вечер. Мы вас приветствуем в Германии. Как вас Германия сегодня встретила? Германия встречает нас с распростертыми объятиями, потому что в Германии, кажется, живет огромное количество русскоязычного населения. И любой уголок Германии, будь то север, юг, западный восток, в любом уголке Германии встретишь человека, который всегда поможет, обогреет, в общем, сделает так, чтобы Германии было... Больше скажу, в Германии найдется в каждом городе, в каждом селении человек, который знает, любит лично вас, ваши песни, ваше творчество. Поэтому находимся сегодня в Дюссельдорфе. У нас сегодня большой концерт при огромном скоплении зрителей, людей, которые съехались тоже со всей Германии, наблюдал, как они приезжали. Со всей Европы, я бы даже. Да, то есть вереница огромных машин стояла на парковку. Такое не часто увидишь, поэтому это очень приятно, осознавая то, что люди пришли пообщаться. Вы известны всем очень, как всегда, поющий артист, известный, всегда любящий, влюбленный, всегда в состоянии влюбленности. Как у вас удается вот это вот? Это чувство не всем дано поддерживать. Открою секрет. Не знаю. Но все же вы признанный в этом смысле певец. Все ваши песни имеют романтическое начало. Ну да, в общем, они пронизаны любовью, обращены к женской аудитории в большинстве своем. И, наверное, эта тема вечная, она неисчерпаема, потому что любовь движет миром, любовь делает нас лучше, любовь делает нас совершеннее, и от любви совершаются поступки и благородные, и самые низкие, и рушат цивилизации, и создают какую-то красоту, самую-самую. А это все делается во имя и ради женщин. Поэтому я пою славу женщин. Спасибо вам большое. Хотелось бы такой вопрос. Как от тех женщин хотел спросить, а что именно вы любите в женщинах? Я люблю... Качество. Не знаю. Искренность. То, что женщины создали все, если бы не было женщины, вот, как странно утверждают, что якобы женщина появилась от ребра Адама. Неправда. Женщина создала мир, и от женщины пошел человек, как бы иначе он родился. Поэтому я считаю, что женщина создатель, женщина создала нас, мужчин. Другого способа еще не придумали, и даже есть премия миллион долларов, если, скажем, по-другому это получится. Но по-другому не получается, пробовали. Поэтому женщина – это Божье создание. Вот, и это мать прежде всего. Конечно. Очень хотелось бы все-таки пригласить вас к нам в город, услышать все эти теплые слова и песни со сцены для нас, для наших женщин у нас в городе, потому что многие не смогли до отсюда доехать. Мы вас приглашаем и приедете. Это же юг, там ближе к Швейцарии, да, Франции. За граница. Приедут женщины из страны Швейцарии, из страны Франции. Мы вас приглашаем, будем рады вас видеть. Юга Германии. Очень горячие женщины. Да, берегитесь и ждите. Я к вам еду. Ура! Мы вас ждем. Спасибо вам, Алексей, большое за ваше творчество, за вашу любовь к нам, к женщинам. И мы вас ждем. И удачи вам на этом концерте. Что вы сейчас чувствуете, кстати, перед выходом? У вас сейчас выход? Я чувствую близость женщин. Они наступают. Спасибо, Алексей, большое. Мы вас очень-очень любим. Спасибо, но если говорить серьезно, мне очень приятно, что мы сегодня с вами пообщались. Мы были в прямом эфире. В программе «Это неправда». Но мы вернемся и обязательно с вами пообщаемся. Я споем. До встречи. До свидания. Чус.